прыгаешь. А? Всем привет, с вами канал Art Money. Мы на даче. И наконец-то киса пришла. Не было ее долго, да? Как ты на дерево прыгаешь? Феликсина. Что ты там ешь? Не надо ко мне подходить. У меня руки грязные сейчас. Я с подъезда. Да, что-то у нее живот обвис. А был большой, плотненький такой. Думали, беременна. Да? Мы думали, ты беременная, а ты не беременная оказалась, что ли? М? Как ты ходишь? Как ты ходишь? Как ты ходишь? Ой, ты как ходишь хорошо. Я думала записать тебя, как ты прыгаешь. Как ты прыгаешь на дерево-то? А? Что-то да, живот прям обвисший, впалый. Родила она, что ли, непонятно. Или выкидыш у нее. Мурчит, мурчит. Давно не видела я тебя. Давно ты не приходила. Месяц целый почти. Не видела тебя. Где твои котята-то? А? Куда они у тебя делись? Ой, ой, господи, что тут такое? А тут прям чеснок на дороге лежит. Вот, 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 вот. Побежала. Молоденькая еще. А кто там идет? Кто это идет? А тут другой малыш идет, да? Там была маленькая киса, а тут большой котик у меня, да, зайчонок. Садись, садись. О, в белых штанах уселся. Уселся в белых штанах. Соседи там уже дом строят. Уже палки там. Ой. Яблоки уже падают во все. Уже яблочки падают. По башке могут попасть. Да? По голове бум. Мне не видно. Где она? А, вот она. Это что она? Нет, не она. Господи. А вот она, господи. За листочком спряталась. Киса. Чё ты, киса, там? Потеряла что-то. Потеряла, видишь? Ищет, ищет киса. Потеряла. По запаху ищет. Там, наверное, да, какая-нибудь ящерка была. Она ее потеряла. Да, киса? Киса, где твои котята? А? Да. Грушки. Груша у нас болела. Что-то груш не видно. Тут висела прям груша большая. А, вон она. Нет, что-то... Не будет, видимо, груш. Что-то она истощилась вся. Останемся без груш, наверное. Мы. Хотя нет. А, нет, вон там вон хорошие висят. Вот они, хорошенькие вот тут. Может, чуть-чуть и будет. Киса. Киса. Куда ты пошел? Ты с чем хочешь? С гвоздем? Ты с таким большим гвоздем? Ну что значит мужчина? Палка. Ну это не твоя палка. Где твоя палка, Дима? Твоя палка где-то в другом месте. Пойдем поищем. Идем. Аккуратно иди. Ой, ой. Ты гвоздь смотри мне тут в газон не кидай. А то потом уколемся. Газонокосилка потом сломается. На яблоки не наступай. Где ты ее бросил последний раз? Вспоминай.
А вон она лежит. Мячик. Он тебя ждет? Маленький совсем стал, какой мячик. Да? Ждет тебя твой мячик, да, Дима? Дима, тебя твой мячик ждет? Киса сюда идет. Какая киса красивая. Киса молочко покушала у нас. Она еще мышек приносит. Ну-ну. Ба, да ее к детям потянула. А до этого она вообще к нему не шла. Сразу рычать начинала, фырчать. Да? А ты чего ее боишься-то? Дима, смотри. Она ножки вон как погладила своей шерсткой. Своим хвостиком. Нежно. Что-то ее материнский инстинкт проснулся. Да, бока впалые стали. Мы котят ожидали. Какая киса. Где ж ты была столько времени? Опа. Как она быстро реагирует. Кто там? Кузнечик, что ли? Ба, поймал кого-то. Ай, кого ты поймала? Ящерку маленькую. Маленькую ящерку. Ну вот, минус один ребенок. Ешь теперь, раз поймала. Ай, нельзя так с яблоками, Дима. Так с яблоками нельзя. Аккуратненько их надо складывать, а вместе нельзя. Их уже кушать можно. Мы же из них тебе на день рождения делали пудинг. Что-то он хрустит так. Не стала есть она свою ящерку. Загрызла. Невкусная, наверное, маленькая, жалко. Знала бы, что это ящерка, отогнала бы ее. Почему-то я думала, что это кузнечик. Их-то полно, а вот ящерок не так много. Дима, там яма. Сейчас ты в эту яму свалишься. Все, тут листочки, это жасмин. Жасмин. Да? Жасмин. Жасмин, да? Он тут цвел. В начале лета цвел тут, да? Белыми цветочками цвел. Аккуратненько, только не рви его, Дима. Дима. Белыми цветочками. Ты его нюхал, да? Помнишь? Да. А там яма. Сейчас ты свалишься туда в яму. Идем. Яма, да, с яблоками. Туда яблоки мы выбрасываем. А, вон кошка. А я не понял, кто там мяукает. Идем с нами, Пелексина. А кто там приехал, Дима? Там Ксюша приехала. Сколько у тебя подружек? А вчера, Дима, с кем гулял? С Ангелиной. Да? Они почти ровесники. Она постарше на 3 месяца. Красивая девочка Ангелина. Но мы не снимали. Что? Яблоки? Собирай. Кто идет к нам там? Кто это идет? Фелексина. Фелексина идет. Ой, смотри, она разговаривает. Дима! Киса тебе говорит что-то. Мяу. Как киса разговаривает? Это киса, Дим. Кошка.
Мы с тобой изучали животных. Это киса. Кошка, она разговаривает так. Мяу. Мяу, она тебе что-то говорит. Она говорит, Дима, давай поиграем с тобой. Мяу. Поиграем с тобой. Дима, давай. Если ты будешь бежать от меня, я тебя буду догонять. И лапкой поднакивать. Смотри-ка, она к Ване тебя повела. Угу. Какая киса, да, Дим? Она там ящерку ищет себе. Которую не съела еще, кстати, ту. Какой виноград там свисает большой. Офигеть. Ой, киса понюхала твой пальчик. Да, киса пальчик твой понюхала. Что это тебе ее так потянуло к тебе? Была против, Дима. Дети не нравились. А подросла. Сейчас как цапнет тебя оттуда кто-нибудь. Кустик, да, это тыква. Тыква здесь растет. Тыква. Что-то середина лета, а она все. Куда пошел? В яму мне сейчас шлепнешься туда. А там ящерки. Дима, нарядный. Нарядный. Влог выходит у нас с опозданием. Но мы сегодня будем праздновать день рождения Димы. Из-за путешествий приходится загружать мне заранее. Чтобы у вас хоть что-то было. Продолжение наших маленьких сериалов. Да? Да, малыш? О, сорняками тут заросло, как все. Поэтому все попозже немножко. Здесь слева вот на стенке.